Это Василий Шукшин, великий алтайский писатель и режиссер, который показал всей России сибирских людей. Это он такой для нас. Мать же просто называла его «Детенок мой». Такое имя и носит новый спектакль по пьесе минского драматурга Дмитрия Богославского. Она посвящена маме Василия Макаровича, Марии Куксиной Шукшиной. Снов много вижу один. Говорят, каждый из них что-то да значит, а как толковать их не знаю. Вот не знаю, дорогой мой ангел, мой Васенька. Сам Васенька, согласно пьесе, появляется лишь дважды – в начале и конце. Остальное время уделяется его матери, которая осталась вдовой с двумя детьми. Идея спектакля – показать, как Мария прошла через репрессии, войну и голод ради того, чтобы Василий Шукшин стал тем, кем его запомнили миллионы. Очень много времени и сил потратили на то, чтобы быть похожими на людей, которые вот ходят с нами или ходили с нами по одной земле, чтобы не возникало иллюзии, что это артист, что он что-то хочет сказать зрителю. Мы ходили, делали наблюдения просто с артистами вместе репетиции, брали и ходили, разговаривали с людьми, набирались каких-то языковых особенностей. Осуществить постановку Краевой театр драмы решил после лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Несколько драматургов ездили в сростки, фиксировали детали, создавали сюжеты и после представляли пьесы. В общей сложности их было 5. Однако спектакль решили сделать пока что лишь по одной. Для этого задействовали 20 артистов, художника по свету Александра Рязанцева и сценографа Фемистокла Атмадзаса. И если со стандартными печками-лавочками все согласились, то с другим декором были проблемы. А, допустим, вот с столбом, банально, ну, электростолбом, ну, немножко пришлось поубеждать разные инстанции, когда спрашивали, а что это, а зачем это, что вы... у нас же проводов нет. Я говорю, ну, вот он-то и делает, что он один стоит, как в поле голый, и оборванные связи. В этом сезоне спектакль стал первой новинкой Краевого театра драмы. 18 сентября работа откроет фестиваль «Здравствуйте, люди». И если зрителям понравится постановка, то с большой вероятностью в будущем сделают и остальные спектакли по пьесам, написанным в рамках лаборатории «Шукшин. Миф и реальность». Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком.